Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про настольную игру «Марфа». Это будет видеообзор данной игры. Она выпускается в наборе с черными масками и в наборе с белыми масками. Сейчас мы рассмотрим набор непосредственно с черными масками и что в него входит. Итак, в него входит 10 масок пластиковых, 25 карт, 10 подставок для имен, 5 призов и одна инструкция по применению, если вы не знаете, как играть в «Марфа». Если говорить о том, что это за коробка, она довольно-таки большая, красочная. Здесь описано полностью, какие входят герои, что входит в набор и другая прочая интересная информация. Набор выглядит открытым вот так. Можете видеть, что большая часть коробки занимает именно пластиковые маски. И сейчас мы конкретно поговорим про все элементы данной игры. Это как раз те самые знаменитые пластиковые маски, они входят в набор, в каждой стопке 5 штук. И все маски выполнены в специальный защитный слой, чтобы они не царапались при транспортировке и до вас доходили в первозданном прекрасном виде. Сейчас мы покажем, как это происходит. Вот такая специальная защитная пленка, как вы видите, и сейчас мы ее снимем. То есть в пленке они менее блестящие, как поэтому перед тем, как начать играть в Марфу, обязательно снимите пленку для наглядности. Вот это происходит вот таким образом. Вот так. Маска блестящая, красивая. И готова радовать всех вас и окружающих. Поехали дальше. Теперь поговорим про карты, которые входят в набор. Карты в наборе 25 штук. Здесь специальный есть кейс для хранения. В набор входит 20 игральных карт «Мафия» и 5 наших новая нано-разработка, новые 5 карт эмоций, которые очень-очень-очень сильно развеселят вашу компанию, если у них хорошие у этих людей чувство юмора, актерские способности, поэтому смело пользуйтесь этими картами и получите огромное удовольствие. Они выглядят вот так, они красного цвета, и это черные карты, они непосредственно играют. Это вот 20 игральных карт и 5 дополнительных карт эмоций. И сейчас наш очаровательный, очаровательнейший оператор покажет вам данные карты и расскажет вам все подробности о них. Как вы видите, это карта мирного жителя. В наборе их 7 штук. Это карта ведущего. Одна карта. Карта подкидыша. Карта босса мафии. Карта медвежатника. Это наш фирменный персонаж, которого вы не встретите ни в одном наборе. Это карта леди ночь. Карта химика-ядерщика. Также наша фирменная карта и безумно веселая. Карта маничела. Также наша эксклюзивная карта. Карта адвоката. Карта мафии. Их в наборе входит 3 штуки. Доктор. Мафия уже была. И детектив. Последняя карта. Это карта детектива. Вот так они выглядят. Все наши прекраснейшие, красивые карты. Как вы видите, они все блестят специальным выборочным лакированием, покрытые из плотного картона. Поэтому будут вас очень долго и долго радовать. Ну а сейчас мы вам расскажем непосредственно о наших картах эмоций, так называемых, которые очень веселые и крайне новые. Первая карта называется «Эй, красавчик». Нужно, чтобы мужчины разговаривали как женщина во время того, как вы обсуждаете, кто мафия, кто нет. Эта карта выбирается заранее, днем, и веселье обеспечено. Следующая карта называется «Стоп, снято», и нужно с помощью нее нужно разговаривать как старый добрый переводчик вот таким вот голосом. Что тоже довольно-таки весело. Следующая карта называется «Вы у нас попляшете», и с помощью нее весь день будете обсуждать все с помощью танцев. Только танцами, не словами. «Почирикаем» — это когда женщины должны разговаривать как мужчины. Тоже новая карта, очень веселая, поэтому не сомневаюсь, что она вам обязательно понравится. И следующая карта, когда нужно обсуждение вести непосредственно песней, не словами, а именно песней. Также, что очень весело. Скажем спасибо нашему прекрасному и очаровательному оператору. А сейчас продолжим говорить дальше о том, что у нас входит в набор.
В набор также входят три приза, таких как магнитные фоторамки. Это магнитная фоторамка для худшего игрока. Магнитная фоторамка игроку, который был лучшим боссом мафии. И магнитная фоторамка для счастливчика, которому больше всего везло в игре. Помимо этих магнитных фоторамок, есть еще в наборе специальные закладки для книжек. Они не простые, они с сюрпризом. Легким движением руки мы открываем и получаем сюрприз для девушек. И таким же образом получаем сюрприз для мужчин. Ведь мафия должна быть умной, поэтому читайте книжки. Поехали дальше. В набор также входит инструкция по применению. Если у вас есть какие-либо вопросы по игре в мафия, вас мучают какие-то спорные вопросы, они все представлены здесь. Это полная книжка, здесь есть как описание всех игроков более подробно, чем на картах. Потому что на картах написано немножко, немного текста написано. Также написано, какое количество игроков может играть в мафию, при каком количестве мафии. Потому что тоже очень важный момент. Многие этого не знают. Как видите, здесь все полностью расписано. Расписаны наши, как используются наши новые карты эмоций. И если есть трудности, опять же, начать игру в мафию, здесь есть полное описание одной стандартной игры в мафию, где участвуют 6 мирных жителей, 1 доктор и 3 мафии, всего 10 человек. Здесь расписано полностью пошагово, как происходит игра, кто за кем просыпается и так далее, что очень важно. И в конце, как я и сказал, более подробно написано о таких незначительных моментах, спорных, которые могут возникнуть в игре. И последний элемент игры – это подставки для игры, если вы играете в незнакомой компании. Они вот таким способом трансформируются, вот так вот, и ставятся на стол, и затем вот сюда ставится имя игрока. Эти подставки создают такой некий антураж дополнительный к этой игре, и довольно-таки интересный, опять же, если вы играете в незнакомой компании. Итого мы имеем, как уже говорилось, 10 масок в наборе, 5 призов, 3 магнитных фоторамки и 2 закладки для книжек. И набор карт 25 штук, 20 игральных карт и 5 карт эмоций и защитный кейс. Все это вместе, настольная игра в мафию. Спасибо за внимание. Будут вопросы, обращайтесь, на все ответим. Спасибо.